Хочет прожить долгие-долгие годы. И сегодня мы с вами поговорим о здоровье, но и нашего долголетия. Более того, то есть, о, как оказывается, все взаимосвязано. Говорила, что цинк участвует в половом созревании. У мальчиков, у мужчин он участвует в сперматогенезе и выработке гормона тестостерона. Но и женщины при этом не остаются в стороне. Дело в том, что цинк участвует в передаче нервных импульсов. Поэтому, милые девушки, женщины, у кого нарушен менструальный цикл, у кого болезненные месячные, обратите внимание, достаточно ли вы потребляете с едой цинка. То есть банально можно, элементарно, как говорят медики, только лишь откорректировав свое питание, восстановить менструальный цикл и убрать его болезненность. Но и это еще не все. Поскольку цинк ответственный за очень многие процессы, то, конечно же, будет страдать наша внешность. И первое, о чем догадались и, в принципе, о чем говорят, это то, что от цинка, точнее, от его нехватки у нас на коже образуются прыщи. Причем сейчас некоторые ученые даже утверждают, что акне появляется на фоне дефицита цинка. Может быть, вы обратили внимание, что многие препараты от прыщей, от акне содержат в себе именно цинк. Более того, цинк может, с другой стороны, не только повлиять на прыщи, но и на образование экземы. Поэтому есть целый ряд препаратов, которые назначаются при экземах, при дерматитах, и в том числе для решения такой проблемы, как псориаз, то есть для поддержания здоровья кожи. Но и это еще не все. Как установили ученые, от цинка зависит состояние наших волос. Точнее, даже не сколько состояние, сколько наличие. Поэтому, когда начинается интенсивная алопеция, облысение, и у мужчин, у женщин, некоторые специалисты советуют ввести в свой рацион БАДы, витамины или обогатить свою еду именно цинком. Поэтому, если вдруг вы видите, что вы лысеете, вам ничего не помогает, не только нужно принимать витамины группы В, но и в том числе цинк. Но выпадение волос – это еще не все. При дефиците цинка нас будет беспокоить сухость кожи. Очень часто наблюдается не только сухость, но и шелушение, покраснение, раздражение и, кстати, долго заживающие всевозможные ранки и ссадинки. Да, и это еще не все. Нас будут беспокоить слабые кости и слабые зубы. А еще во рту могут появляться язвы по типу стоматита, тоже долго заживающие. Но и с точки зрения женской красоты, конечно же, нас будут беспокоить состояние наших ногтей. Ногти будут ватые полосочки. Небольшая такая праздничная информация. Дело в том, что цинк мощным антиоксидантом. И для нас, вот мы говорим, как это нам сохранить не только наше здоровье, он влияет вообще на состояние сердечно-сосудистой системы, нервной системы, на все органы. Да, и мы с вами начинаем интенсивно стареть. Но, безусловно, если посмотреть с точки зрения внешности нашей красоты, то это проявляется в том, что мы с вами, у нас появляются морщины, землянистый, тусклый цвет лица, плывет овал лица, и у нас появляется возрастная пигментация. Это все действие свободных радикалов, оксидативного стресса. Так вот, цинк помогает нам не только сохранить здоровье, но и повернуть время вспять, сохранить свою молодость и красоту. Но еще с точки зрения здоровья, отдельной строкой прописывают, что цинк помогает нам сохранить наше зрение. Не секрет, что с возрастом мы начинаем хуже видеть. И обычно мы с вами, как обыватели, начинаем чем лечить свое зрение? Витамином А, да? Или какими-то другими препаратами, витаминами. Но, оказывается, ученые четко установили, что такая проблема, как возрастная макулодистрофия, напрямую зависит от того, сколько мы с вами потребляем цинка. Поэтому цинк еще является минералом, который борется за наше зрение. Я вам уже бегло проговорила о том, что цинк влияет на наше психическое развитие и состояние. Уже сейчас точно, научно доказано, что цинк влияет на развитие такой проблемы, как аутизм. А у взрослых нехватка цинка вызывает депрессивные состояния, а иногда состояние агрессии, апатии. И это все просто банально нехватка цинка. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как влияет цинк на здоровье беременных женщин, потому что именно исследования проводились, вот аутизм появляется у детей, и начали отслеживать мам. И было четко установлено, когда беременная недополучает цинка, то ребенок не только рождается с большими рисками заполучить вот этот самый аутизм, но оказывается, нехватка цинка приводит к тому, что люди очень часто страдают язвенными колитами, дисбактериозами всевозможными, проблемами с кишечником,
кишечником, и там идет целый порочный круг. То есть рождается человек с проблемой, да, вот с кишечником, где нарушены процессы всасывания. При этом цинк, который ему дается, не усваивается, не всасывается, и вот такой целый порочный круг. Ну, то есть не хочу опять-таки вам вдаваться в эти подробности. Я хочу умного развития в детском возрасте, во взрослом. Но еще цинк – это тот минерал, который цинк в ваших зубных пастах. И как оказалось, цинк, он действительно конкурирует с такими жизненно важными минералами, как желе, тестостерона, основного мужского гормона, и участок сперматогенез, выработка тестостерона, им эти дозировать от сезона. Понятное дело, что продукты летнего периода...